Мы будем говорить так, как человек, имеющий немного аналитика, я делаю логический вывод в том, что за короткий очень период времени, буквально за несколько лет, город наш, как вы сами заметили, кардинально поменялся. Поменялись площадки, поменялись праздники, появились новые люди и меняются наши сами жители. Я ловлю себя на мысли, что очень интересно становится жить всем поколениям, которые есть в городе. Меняется сам город, дороги, делаются парковые зоны, набережные, появляются дворцы, такие как ИКЦ, федеральные проекты, областные проекты. Я ловлю себя на мысли, что в этом городе становится интересно жить всем. А особенно, конечно, мы. Для чего живем? Для нашего подрастающего молодого. Я еще считаю, что это праздник одна из тех вещей, которая им поможет сформировать свой жизненный путь. С праздником!